Второй день соревнований чемпионата России по спортивной борьбе прошел сегодня в Каспийске. В первый день участники боролись за место в финале и в сборной страны. Заместитель главного судьи чемпионата Гусейн Гасанов поделился результатами первого дня состязаний. Вчерашнего дня это 3 мужских и 3 женских веса. Можете рассказать о результатах вчерашнего дня? Я вам скажу, мужчины у нас, например, Габаев и Угуев в финале 57 килограмм. Угуев – это наш олимпийский чемпион. Габаев – очень интересный, перспективный парень, сосед, но он борется за Москву. 65 килограмм. Ибрагим Ибрагимов. Он представляет Махачкалу, сам родом из Каспийска парень. Напомним, что по результатам соревнований будут избраны борцы, которые станут участниками сборной России по спортивной борьбе. Они возглавят сборную. И если будет решение принято, поездка на чемпионат мира, это будут первые люди, которые будут иметь шансы проявить себя на чемпионате мира. Участники соревнований – это спортсмены из 50 регионов России, которые готовились к чемпионату сутками, вкладываясь по полной. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, тренер сборной России Магомед Курбаналиев делится, что эти соревнования отличаются не только подготовленными спортсменами, но и организацией. Чемпионат России очень шикарный проходит. Здесь болельщики в полной трибуне. Одно удовольствие смотреть, одни хорошие схватки. Вот вчера как раз 65, очень красивую борьбу показали. Одно удовольствие было смотреть. И сегодня будет очень интересные схватки. И финалы будут хорошие. Ну, что сказать. Организация, как всегда, на высшем уровне. Вот я помню здесь еще в 2015 году, когда было тоже. Сколько внутри полное было, столько же наружу было. Отметим, что соревнования будут проходить в Каспийске до 24 июня включительно.